В Одинцовском городском округе продолжает работу волонтерский центр «Единой России» по оказанию помощи населению в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Автомобильная группа волонтеров привезла в Одинцово более 17 тысяч бутылок фруктовой газированной воды со склада в Больших Веземах. Напитки распределяются по продуктовым наборам, которые затем доставляют семьям. Это подарок жителям от предпринимателей муниципалитета, сказал председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов округа Вячеслав Киреев.